Привет. У нас сегодня распаковка вот такого набора для творчества. Музыкальная подвеска называется. Для детей от 8 лет приобрели мы в розетке. В общем, как мы поняли, тут вот такие вот детали. Надо собрать подвесочку и сделать, раскрасить их, да? Вот эти детальки. Ну, сейчас посмотрим. Так ли оно все выглядит на самом деле? Вот что у нас обнаружилось внутри. Вот такие краски. Сколько штук там? 5 красок. Есть кисточка тут уже в наборе. Все готово, в общем. Ничего не надо купать, я так поняла. Вот эти вот рисунки сами шелестящие. А вот эти вот части, которые надо раскрасить. Ну, это глиняные, да? Какие-то. Или керамические. Ну, да. Вот это чтобы сюда вешать. Необработанные. Вот они такие вот. Шероховатые даже. Как сейчас модно. В интерьере. В общем, сейчас прочитаем инструкцию, что тут сделать, и будем разукрашивать. Потом покажем вам, что вот получилось. Что у нас получилось после покраски вот этих горщиков. И уже готовое изделие, так сказать, вот мы покрасили. Тут у нас желто-блакитный, а тут у нас цветочки. И вот висюльки, которые звонят, звенят. Вообще можно весь повесить Дикая. Над дверью. Да, ну, ручка-петля. Вот, вешаете и идете, значит, лбом так раз, оно звенит. Ну, или дверь, когда открывается. И в голове звенит. Да. В общем, прикольный звук. Хороший наборчик. Вот ребенок сам может все сделать, в принципе, разрисовать и прицепить. Нам понравилось. Мы повесили на балконе для примера. Тут сейчас ветер. Вот. Звонит колокол. Можно на дверь повесить. На дверной проем.